предлагаю вашему вниманию вкусное и сытное блюдо по мотивам венгерского гуляша. Оленина придает блюду очень интересный вкус, так что, если есть возможность, советую попробовать. Приготовить гуляш из оленины совсем несложно. Мясо оленя напоминает говядину, оно постное и считается диетическим. Рецепт приготовления гуляша из оленины практически такой же, как и рецепт приготовления того же гуляша, но из говядины. Я предлагаю вам попробовать приготовить гуляш, немного отступив от общепринятых правил. Мясо и овощи запечем в духовке, вместо того, чтобы обжаривать их на сковороде. Надеюсь, что с помощью рецепта с фото вы прекрасно поймете, как приготовить гуляш из оленины. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Оленину очищаем от жил и нарезаем на небольшие кусочки. Выкладываем оленину на противень, посыпаем перцем, добавляем пару щепоток соли и ложку растительного масла, перемешиваем. Подготовим овощи, чистим лук, морковь, чеснок и картофель, у перца удаляем сердцевину, нарезаем овощи. Перемешиваем подготовленные овощи, кроме чеснока, с растительным маслом, выкладываем на второй противень, отправляем и мясо, и овощи в нагретую до 200 градусов духовку минут на 25. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Слегка припеченное мясо выкладываем в кастрюлю, заливаем кипятком и ставим вариться. Пока мясо варится, займемся овощами, отделим мякоть перца от кожицы. После запекания мякоть легко отделяется от кожицы вилкой, помидоры измельчите блендером. Когда оленина станет мягкой, процедите бульон, добавьте в него запеченные овощи, очищенный и измельченный перец, помидоры, паприку и перец чили. Варим гуляш, не накрывая крышкой. Помним, что гуляш – это густой суп, и много жидкости нам не надо. Чтобы загустить гуляш без мюки, достаньте немного сваренного картофеля, разомните его в пюре, верните пюре обратно в кастрюлю, попробуйте блюдо на вкус, если надо, добавьте соль, измельченный чеснок, лавровый лист и мелко нарубленную зелень добавляем в гуляш практически перед окончанием готовки. Подписавшимся, больше вкусностей. Вот из чего готовим блюдо. Оленина, 600 грамм. Морковь, 1 штука. Лук репчатый, 2 штуки. Перец болгарский, 2 штуки. Картофель, 4-5 штук. Чеснок, 4-5 зубчиков. Помидоры, 4 штуки. Перец черный молотый, 2-3 щепоток. Паприка, 0,5 столовые ложки. Перец чили сушеный, 2 щепотки. Лавровый лист, 2 штуки. Соль, 1,5 чайных ложки, по вкусу. Масло растительное, 3 столовые ложки. Количество порций, 5-6. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх. Если нет, то палец вниз. Следите за новыми видео на канале, и всем пока!